важно сохранять поэтапное совершенствование в мастерстве. Это невозможно, если есть какие-то перерывы или если это не является постоянным процессом. Я хочу пожелать всем участникам, безусловно, успехов и поздравить, потому что сам факт, что вы на уровне Камчатского края представляете ваше учебное заведение, это уже важная победа. И это важная победа психологическая, потому что это означает, что вы уже с сегодняшнего дня всегда будете чувствовать себя мастерами. Вы будете понимать, что вы можете и должны конкурировать с лучшими в России и лучшими в мире. В стратегии развития Камчатки именно среднее профессиональное образование, профессиональное образование, которое направлено на достаточно быстрое владение современными навыками, которые очень востребованы на рынке труда, для меня являются приоритетом. Я могу ответственно говорить, что в ближайшие годы, начиная с этого года, мы большее внимание будем уделять техническому состоянию, качеству обучения и вниманию к тем, кто учится в наших колледжах, техникуму по самым современным направлениям образования.